Привет, вы на канале Шоу Динар. И сегодня я буду отвечать на вопросы, которые вы оставляли в комментариях. Не-не-не, не то. А вот это хорошее место для ответов. Давайте посмотрим, какая игрушка. Ой, а здесь для мальчика. Ладно, я хотела куколку Барби, но не было, наверное. Давайте откроем игрушку. Это брелок какой-то Бэтмен. Ух ты, здесь карточка. Ух ты, а здесь лабиринт с мячиком. Ладно, приступим ответом на вопросы. Итак, Динара, первый вопрос. Откуда вы и кто по национальности? Я живу в России. Столица Удмуртской республики Ижевск. А я живу в Ижевске. Я татарка. Этот вопрос тебе, Динар, задавали Алмазик ТВ и Анна Захарова. Привет большой вам. А также Алмазик ТВ спрашивали, Эльнара родная сестренка? Она у меня родная сестренка. Следующий вопрос, Динар. Есть ли мечта в вашей семье? Традиции? Традиция в нашей семье каждое лето ездить на море. И традиция, когда у нас или у меня, или у Эльнары день рождения, чтобы вся квартира была заполнена воздушными шариками. Мечта нашей семьи очень простая – оставаться такой же дружной семьей. И этот вопрос тебе, Динара, прилетел от Лидушки ТВ. Привет, большой тебе. Если бы у тебя, Динара, была волшебная палочка, что бы ты загадала? Чтобы наша семья никогда не болела. Молодец. Этот вопрос тебе задавала Настенька. Привет, большой тебе. Следующий вопрос. Твое заветное желание. Чтобы мы переехали в большой дом с большим бассейном. Но это желание сбудется. Этот вопрос тебе задавала Мелинда Милая. Привет тебе большой. Следующий вопрос. Кем мечтаешь стать, когда вырастешь? Профессия. Ветеринаром. Этот вопрос тебе, Динара, задавал канал 4 совы. Привет большой. Какая твоя самая любимая игрушка? Я очень переменчива. И любимой игрушки у меня нет. Но у меня все любимые игрушки. И когда мне надоедают игрушки, мы с Эльнарой меняемся. Очень часто мы любим меняться. Этот вопрос тебе задавали хвост 4 лапы. Привет вам большой. Последний вопрос, Динара. В конце роликов ты говоришь полушепотом «пока-пока». Это кто-то придумал специально или само собой родилось? Само собой родилось. Когда я начала снимать видео, тогда я придумала эту идею ко мне в голову, и я это сохранила. Этот вопрос тебе прилетел от StarToBirds. Привет, привет! Большое спасибо, кто задавал вопросы. И всем большой привет. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я очень буду рада новым подписчикам. И жмите на колокольчик. Всем пока.